22 апреля 2022 года. Мы с Алексом идем на службу, на погребение плащаницы. Что там, Алекс? Колосок первый. Травка растет. Прохладно у нас? Ладно, девочка, забудь. Слава богу, что водичку сегодня привезли и купили возле дома, потому что куда-то идти воды покупать не особо хотелось. Да и расстроилась. Я вчера обошла несколько аптек. Не могу найти препарат один Алексу. И, к сожалению, препарат рецептурный, то есть его нельзя будет там попросить, чтобы кто-то купил. Где-то даже в России не продадут. А здесь сказали, даже заказать негде. В прошлый раз мы покупали, он был импортный, венгерский, что ли. Но я знаю, что есть и российского производства точно такой же. Ну, короче, нет никакого. И как мне сказали, даже заказать негде. Пока не знаю, что я буду делать. Во вторник буду созваниваться с лечащим врачом и выяснять, что же мне делать. Потому что на курс уже не хватит препараты. Вот так. Кустики расцвели такие красивые. Вот такие желтые. Сейчас очень ждет Пасху. Да? Угу.